Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня в Бишкеке прошел круглый стол по проблеме фейковых новостей, в котором принял участие и министр культуры Азамат Джаманкулов, который сообщил, что такие новости подрывают доверие населения журналистике и демократическим институтам и осложняют деятельность не только государственных органов, и влиянию фейков подвергаются даже традиционные СМИ. В последнее время это становится большой проблемой не только для Кыргызстана, и многие новости, особенно распространяемые в социальных сетях, приходится проверять на предмет достоверности. Но это палка о двух концах. Иногда критикуемые просто объявляют любую критику фейком, чтобы ни за что не отвечать. Достаточно вспомнить американского президента, который обвинял в этом и CNN, и BBC. Пример кыргызский министр привел недавний случай, когда в стране распространилась новость о том, что китайские компании могут нанять сотрудников своих же китайских специальных агентств для того, чтобы охранять, например, месторождение, работу китайских специалистов на месторождениях в Кыргызстане, которые разрабатываются ими. В свете того, что на китайских рабочих в Кыргызстане были нападения, это звучало достаточно логично. Вы все помните, как на нескольких малоизвестных информационных сайтах 25 августа появился материал, в котором сообщалось, что охранные агентства из Китая возьмут на себя функцию защиты интересов китайских инвесторов в Кыргызстане. Стремление поиска границы между защитой и распространением ложной информации и сохранением свободы слова является общим мировым трендом в борьбе с фейк-ньюс. В настоящее время появляются различные методы борьбы с фейками и манипуляциями. Например, иногда принимаются специальные законы или создаются структуры как в исполнительной власти, так и в самих СМИ для борьбы с ложью и в информационном поле. Однако это опять-таки палка о двух концах, потому что сами эти органы и СМИ могут оказаться заинтересованными в выгодных для них и их спонсоров фейках. Например, 23 августа на Пятом канале вышел авторский материал о возможном сговоре руководства Кыргызской службы радио «Азаттык» с режимом бывшего президента Атамбаева, как это было, например, с таджикской службой радио, что руководство радио признало. При этом материал был подготовлен на основе открытого письма нескольких общественных деятелей руководства радио «Азаттык», и делались ссылки на это письмо. Специальная структура, призванная изобличать фейковые новости и манипуляции, сайт «Фактчек», отбросил все ссылки автора на открытое письмо, приписал лично автору все, что говорилось и показывалось, и пришел к выводу, что чуть ли не каждое предложение и выражение материала – это манипуляция, то есть введение зрителей, слушателей и читателей в заблуждение. Делались даже подтверждения из энциклопедии. Нельзя призывать к точности неточными методами, бороться за правду неправедными способами, ратовать за добросовестность недобросовестным путем. То же ведь самое произошло и с якобы журналистским расследованием о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов. Приводились не совсем достоверные документы и скопированные из интернета подписи, а обещанного Азаттыком продолжения так и не последовало. И весьма печально, что к таким методам прибегают и радио «Азаттык», которое на протяжении десятков лет было эталоном правдивости и объективности для кыргызских журналистов, и сайт «Фактчек», который по определению должен быть точным и корректным. И тот факт, что новый президент радио «Свободная Европа», радио «Свобода», не встретился в Бишкеке с теми, кто критикует его кыргызскую службу, тоже о многом говорит. Проблема в том, что не только кыргызское общество, но и многие страны и сообщества, даже в демократии, в демократической Европе, стали в последнее время думать не об общих проблемах и всеобщих интересах, а каждый о своей частной или узкогрупповой выгоде, когда вместо того, чтобы помогать, например, беженцам из Азии или Африки, в европейских странах начали создаваться националистические партии, и они очень популярны. Это была программа «О главном». Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.